Убери. Нет, это высокого качества. Хорошо, смотри, лучше сюда зайди. Руку легче, без руки сложнее. Так, всех. Отходим. У кого фотоаппараты есть, подходите сюда. Все? Молодец, Ирин, как тебе? Как Лёва. Тебе, Ирин? Лёва. Как ощущения? Если походить, да. Ты можешь сделать любой день. Здорово. Нет, самостоятельно. Этот тренинг нужно пройти всем, кто остался еще в городе Нижнекамске. Одну ногу отошел. Да, держись. Ставь. Потом вторую. Так, у нас готовится Костя. Внимание, Костя. Полет. Как ноги? Нормально. Все приборы в норме. Ну, помахаем. Костя. Все отлично. Мы рады, что этот тренинг ты прошел. Ну, мы сами проходили, на самом деле, даже второй раз проходили достаточно внутренний, холодок. Так что все здорово. Надеюсь, в следующей команде мы приедем уже более огромным составом. То есть вся эта очередь будет состоять из наших пацанов. Здорово. Вы молодцы, ребята. Так, в дальнейшем здесь проходят также все остальные, этот тренинг. Народу где-то примерно 150 человек. Куда? Все, нажми на красный.